Этот театральный сезон для Донецкого республиканского академического молодежного театра был поистине особенным. В первую очередь потому, что он юбилейный. Театр повзрослел и во многом преобразился. Сезон начался с того, что вернулся старый директор, то есть я. Вот. Как-то так было возвращение. Радостное для меня, я надеюсь, и для коллектива тоже. Вот. Сам сезон был, ну, он не мог быть по-другому. Он знаковый был, потому что это был 50-й юбилейный сезон. В нем произошло много интересных, хороших событий для театра. Коллективно на подсовете решив, что стоит немножко поменять и формат самого театра. И решили перейти из градации театра юного зрителя в градацию молодежных театров. Что даст, на мой взгляд, ну, надеемся, что это даст нам новых зрителей, которые не будут бояться, взрослых зрителей, подростков, которые не будут бояться идти в детский театр и ходить на спектакли. В общей сложности у нас состоялось 9 примерных показов, 9 примерных работ мы смогли подарить нашему зрителю. Начали мы сезон с «Айполита», хорошей и доброй детской сказки. Продолжили сезон большой знаковой работой «Ревизор». Он там есть, этот чиновник? Какой? Да как? Какой? Да это чиновник, о котором вы изволили получить петицию. Мы не забывали, все знаем, что у нас год этот объявлен годом русской культуры. Вот поэтому премьера как раз она получилась. Ну, мы чуть-чуть раньше начали на самом деле работу над ней. Но как раз она очень хорошо вписалась в эту рамку. Мы расширили формат наших спектаклей для самых маленьких зрителей. У нас вышло целых 3 премьеры в формате «Театрик». Это в театр в фойе для самых маленьких, это в пределах там, 40 минут. Вот, и какая-то образовательно-познавательная тематика у этих спектаклей присутствует. Поэтому мы эту категорию зрителей наших не забываем, очень любим и будем работать для них все время. Новые спектакли – новая форма общения со зрителем. В холле театра появилась новая сценическая площадка. Это театр в фойе, театр-кафе, так называемый, где зрители могут сесть за столиками с чашечкой кофе. Вот. И уже в этом году мы выпустили 2 премьерные работы, нацеленные на эту аудиторию. Это спектакль «Люди и дьявол» и концертная программа «Волшебных струн, чарующие звуки». А кто такой? Капитан! Да мне все равно, ходи флейта! А что вам нужно от меня? А? Ну не буду же я через дверь с вами. Ну не будешь катить? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Я хочу встретить с вами Новый год. Что? Хочу встретить с вами Новый год. А ты нормальный? Абсолютно. Получилось достаточно все хорошо, успешно. Зритель принял с удовольствием. Формат этот понравился. Сказали, делайте еще, мы будем с удовольствием ходить, будем с удовольствием смотреть. Труппа театра пополнилась молодыми и талантливыми артистами. Мы, в общем, сейчас активно работаем с нашими, во-первых, учебными заведениями. От подсмотра, может быть, даже помощь какую-то оказываем. Это музыкальная академия, это училище культуры. У нас состоялось 4, по-моему, просмотра желающих в этом сезоне поступить в нашу труппу. Последний вот в конце сезона произошел. Присмотрели кое-кого, будем досмотреть дальше. Возможно, появятся еще новые лица в нашей труппе. Вот. Но это важно. Театр молодежный, театр живой организм. Вот. Если есть возможность, вакансии, то мы всегда в поиске ищем. Вот. И очень важно, чтобы молодая эта кровь активная, она всегда в театре была. Без нее тяжело театру существовать. После такого плодотворного года театр ходит в отпуск для того, чтобы набраться сил и вдохновения. Ведь впереди зрителей ждет немало сюрпризов. Надо отметить, что у нас так получилось, что основная часть премьерных наших работ, о которых я упоминал, они вышли в самом конце сезона. Вот. Это конец апреля и май. Вот. Поэтому, во-первых, эти работы, новые работы, я думаю, что зритель с удовольствием придет, посмотрит, уже есть спрос, уже есть заявки. Помимо этого будут 2 абсолютно новые премьеры, вот, которые мы готовим сейчас, планируем подготовить летний период времени. Вот, пока не буду говорить, но я думаю, что будет очень интересно. И самое главное, 2 октября у нас юбилей, такие в окончании 50-го, в начале 50-го любимого сезона, 50 лет самому театру исполняется. К нему мы тоже готовимся. Вот, есть уже наметки по каким-то программам
прачечным программам. Это, в общем-то, и сотрудничество с нашими коллективами, творческими коллективами. Различные направления: библиотеки, музеи Донецкой Народной Республики. Вот. Это и концертная программа «Урал Космо театров», гостями которой, я думаю, что будут и все наши коллективы театральные донецкие. Вот. Может быть, кто-то приедет из других регионов, тоже надеюсь на это. Хотя это сейчас сложнее, это раза, но все-таки ждем на наш юбилей. Вот. Я думаю, что все должно получиться, все должно быть интересно.